один где пуля репку, репка выросла и вот дед приходит в огород. Деда держится за репку, баба держится за детку, рядом внучка, рядом жучка, а это репка, вот так штучка. Вот на помощь идет киска, лапки, тапки, тапки, киска, тянут, тянут, не шерша, надо бы позвать мыша, звать не надо, сам идет. Киску за хвост он берет, накрутил на лапку хвост, дернул всех и снял вопрос. Вот такой конец у сказки, тут и сказочки конец. Снова песни, снова тряски, а кто слушал, молодец.